Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Мигает семерка. Это «Принцип Талоса», вторая часть. Мы с вами на восточных топях. И, в принципе, наши загадочки подходят к концу. Но это основные головоломки. Кроме всего прочего, на этом острове достаточно других загадок. Давайте мы возьмем седьмую и продолжим. Обратное распространение. Кто куда кого распространяет. Всякие загадочные. Каждая загадка имеет, опять же, какую-то вот свою такую штуку. Я не знаю, насколько это просто декорация или это имеет какой-то смысл. Кстати, не каждая, но в некоторых они есть. Окей. Преобразователь преобразует красные. Известно, синий, да, но нам тут будет мешать решетка, конечно же, ну, конечно же. В смысле, я не могу здесь выйти? Да? Пардон. Так, а ты красный должен мне тут, да? Ага, ладно. То есть от тебя требуется просто... А, подожди, так ты мне... подожди, а эту дверь что-то открывает? Кроме площадки, вот я не... А, вот, синий мне нужен. Мне нужен синий сюда. Мне нужен синий сюда, вот. Давай так. Ну как так-то? Он же синий мне... А, подожди. А, шит. Правильно, красный дает синий, а тут си... А. А здесь нету какого-нибудь простого отражателя? Меня, честно говоря, бесит уже эти преобразователи. Мозг плавится. Так, значит, подожди, ты мне даешь сюда красный, да? То есть оттуда ты ведешь красный, преобразуешь его в синий, а синий опять преобразуется в красный. Он открывает этот. Мы берем тогда синий. И он опять у нас будет красный, да? Да? Может и нет. Я уже, честно говоря, запуталась во всех этих... последствиях и следственных связей. Связях. Ну, хрен ли, понятно, что он сюда идет, вот это вот. Да, но там что-то осталось. Подожди. Вот это я зря, конечно, сделала. Может, мы тебя прорвем? Он берет синюю, делает красную. А, теперь смотри, я от него должна взять красную.
и вот той штукой открыть вот эту синюю. Да? Я от себя должна взять красную. И открыть вот этих две синих. О. Это немножко странно получилось, но как-то так. An excellent solution. Великолепное решение, да? Что-то как-то я слишком долго возилась, как по-моему. Ну да ладно, спасибо. От доброго слова, как говорится. Зачем мне это тогда нужно было? А, ну с самого начала. Ладно. Уже кольцо готово, и можно уходить. Тут куча лес, и тут есть зайцы. Так, поехали к восьмому. Есть у нас еще вопросительные знаки. Лабораторию мы открыли. Мы не нашли еще одно дополнительное, это самое загадочку, восьмой. Нам надо найти, где золотые ворота. Может быть, надо, может, и не надо. Вот, и звездочки. Нам еще тут есть чем заняться. Так что, восьмерка туда. Пошли. А что вот это такое? Очередная странная структура, как бы сказала Мельвиль. Шахматы. Не, ну... Не, ну согласитесь, что это странно. Впечатление, что отсюда мы должны каким-то образом прыгать на какие-то плитки в какой-то последовательности, нет? Не, ну я сюда не допрыгну. Очень странно. Так, ладно, трам-пам-пам. Где у нас восьмерка? Где-то тут. А еще где-то должна быть наверняка проекция этого Посейдона, блин, как его? Прометея. Это восьмая, что ли, загадка, не пойму. Да, вот она, восьмерка. Ну, давай посмотрим, о чем тут у нас. Кстати, да, я музыку-то выключила и наслаждаюсь. Думаю, что ж так тихо-то? Что так странно? Нет, мне это надо делать не здесь, а в настройках. Звук. Позиционная замена. Ага. Что у нас тут? У нас тут дофига всего. Ага, если это включить, кубик полетит и... Куда он прилетит? Под потолок. Зачем? Зачем?
А, чтобы обойти решетку, да? И включить вот эту красную оси. А-а-а. Какие вы хитрые все. Какие вы все хитрые. А, вот синий перебивает, что ли? Да, очевидно, я слишком многого хочу. Успокойся. Да, тут он не хватает, да? Окей, ладно, все понятно, иди сюда. Давай сделаем просто так. Подожди, чтобы открыть вот эту дверь, нужен красный или синий? Или и то, и другое? Так, я для начала это вынесу. Блин. А что ты выбрала мне? Луч. Могучий, блин. Ты мне выбрал-то не то. Теперь с тобой мне надо вообще ничего не надо от себя синий. Ай, так и все-таки красный нужен, да? Вот зараза. А, вот тварюга. Вот тварюга-то. Thank you.
Знаешь, чего? Скорее всего, мне надо будет... это сделать с красным. Не, ну я с этого никак синий туда не кинул. Синий туда можно кинуть только... Блин, где ты где ж ты застреваешь-то? Даже отсюда я синий кинуть не смогу. Он не, ну, не увидит. Да, отсюда он не увидит синий. Все равно будет пересекаться. Нет, мне все эти манипуляции с красными лучами придется делать как-то по-другому. Вот, короче, долгая и сложная у меня тут была история сложных отношений. Вся ошибка моя была в том, что я пыталась сделать запускатор от этой же летающей штуки, он прерывался. Нафиг не нужно. Нужно вот от этой преобразовалки запускать вот ту штуку. Так, это я сейчас заберу. Ну вот, и синий луч теперь оттуда сверху, по идее, мы должны его суметь прихватить так, чтобы он не пересекался. Вот. И таким образом открыть эту дверь. Вот. Все получилось. Но это не объясняет нам, что теперь делать. Нам нужен зеленый луч. И очевидно именно отсюда, потому что только здесь у нас есть возможность создать зеленый луч даже. Нас, кстати, закроется, если мы сейчас возьмем всю тут. Нет, не закрывается. Окей. Так вот. Попробовать соорудить здесь вот эту вот штуку из лучей. У нас две. Соответственно, мы... возьмем синий. Дадим его туда, получим красный. А здесь, если мы возьмем красный и синий. А, подожди, это не то. Нет. А, это же инверторы. Они не будут нам ничего давать. Это не преобразователи. Так что оставляем. Да. Отсюда мы никаких синих, зеленых лучей, вернее, не получим. Да, ворота, ворота. Еще есть у нас загадочка. Еще есть одна... загадка дополнительная. И надо будет мне побегать по вот этой вот линии. Посмотреть, куда она ведет окончательно. Это у нас не забытая загадка, нет? Это решили? Ну да. Какой-то номер был. А, седьмой. Да, отсюда мы и начинаем. Собственно говоря,
Ну ладно, побежали. Побежали, получу. Посмотрим, откуда он идет, и, возможно, что найдем добавочную загадку. Птицы летят. Ой, уперлись. А еще золотые ворота нам надо найти. Это, кстати, не они? Или я их находила уже? Начинает все путаться в голове. А, ну да, да, да. Это вот однообразие. И на самом деле пока что я как-то немножко разочарована сложностью загадок. Скажу я вам. Их стало больше, но это не значит, что они стали лучше. Вот, например, 3 загадки на уровень было бы более чем достаточно. Ну, 4, но не 8 однообразных загадок. А оно как-то... Как-то фуй. Вот. Кстати, мы не были еще здесь, вот в этой части. Да, да, не было. Я и сама сюда не заходила. Ого! Куда-то дальше идет. Ну, вы даете. Давай посмотрим, что это тут за сооружение такое. Что у нас тут? Здравствуй, Прометей. Давайте посмотрим город. Рассмотрим. Что это такое? Это не дар богов и не творение природы. В отличие от горы, реки – это нечто, что необходимо строить посредством преднамеренного перемещения материалу, продукт работы разума, приносящего порядок в мир или беспорядок, и построен для того, чтобы служить определенной цели. Для этой цели в нем есть дороги, фонтаны и стены, и для этой же цели у него есть законы и руководители. И хотя каждый город построен по разным планам, все они должны служить своей цели, иначе падут и превратятся в руины. Поэтому мы можем заключить, что город тоже своего рода машина, созданная для улучшения жизни своих горожан. Ну так можно все под машину привести. Платон мне друг, но истина дороже. С таким подходом можно все привести под машину. Корову тоже можно под машину привести. Она существует для того, чтобы давать молоко. Это ли не машина? Ладно, так. Ну окей, мы вообще-то бежали за лучом, но нашли Прометея несущего чушь. Чушь несущего. Не, в этом, конечно, есть доля какая-то. Какая-то доля есть, но что-то как-то слишком это все радикально. И куда идет этот? А, кстати, да-да-да-да, нам еще надо слиться с этим призраком прошлого. Миранда. Да? Когда отправимся в Новый Иерусалим, я заведу кота с черно-белым окрасом, назову его Фасолинка и сделаю все, чтобы он никогда не болел и никогда не старел и навсегда остался моим лучшим другом. Видали? Миранда знала о Новом Иерусалиме. Товарищи роботы из Нового Иерусалима, вас это не беспокоит? Что Миранда знала о Новом Иерусалиме, о его существовании? Откуда она знала? Значит, это действительно здесь кто-то ее создал. То есть у нее есть, скажем так, мать.
и которая рассказала ей о Новом Иерусалиме. Сказала, что мы туда поедем. Ага. Вот оно начало. И должно быть оно отсюда. Наверное. Да? Это должен быть зеленый луч. Есть у нас здесь, да, судя по всему, да, зеленка должна быть. Ой. Где это? Ой. Где был? Я уже не вижу ничего. Где она была-то? А, вот, вижу, да, вижу. Так, мне нужен... Ага. Красный. Дай. Тот. И синий. Синий, я надеюсь, что я сюда приведу. Так, ты цепля... А, он цепляет. Ладно. Давай смотреть, где ты не цепляешь. Отсюда. Да, отсюда не цепляет. Хорошо. А теперь к себе надо привести... Спокойно. Красный. Ну, это мы сейчас сделаем. Вот. Все. Понесся зеленый луч. Теперь нам надо дойти. Байрон. Счастливый Байрон ходит. А, слушай, а вон же где-то там загадка нерешенная. Там решенная, а здесь нерешенная. Типа мы... были рядом с ней, но не решили. Как так? Я просто, наверное, пробегала мимо. Это вот это, да? Не, так мы тебя решили. Загадочная загадка. Мне так кажется, что... Подожди, вопросики еще есть на радаре? Вопросиков на радаре нету. Теоретически, значит, что терминалы мы тоже все нашли. Может и нет. Ага. Что вот это такое? Все чуднее и чуднее. Так, где, подожди, я только что видела с этого бабу с крыльями. Слушай, как не хватает какого-нибудь ранца или еще что-то, на чем можно было бы летать? А, вон она. Да кто там ходит? С ним говорить не надо. Якут. Так, слушай, так вот. И тетку вроде как отсюда можно было достать.
Дурная голова ногам покоя не дает. Как это называется? Тайник. Да. Вот тот самый тайник, который непонятно. Почему он тайник? Мне нужен простой коннектор. Есть это у вас такой? Да, есть. Да, есть. Угу. Вам. Логично. Да, бежали. Заберем свою звездочку заслуженную. Ложным идолам поклоняются не потому, что они идолы, а потому, что они ложны. Истинных идолов отвергают, потому что боятся правды. Ты о себе, что ли, Пандора? Обиженная такая женщина. Не дай бог обидеть женщину, тем более, если это Пандора. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, что нам еще тут нужно? Ну, всякие эти призраки прошлого, артефакты человечества и еще одну загадочку, которая типа необязательная. Вот она, да? Здесь там мы не были. Да, здесь мы не были. Или были. Не, ну, наверное, не были. Заранее подключено. Да, я... Чем меня и смутило, что тут дырка заранее подключена. Ворон, иди сюда. Я тебя сюда посажу, чтобы ты пройти могла. Заранее оно подключено, но оно... Да, вот для чего. Подключено-то заранее. Так. А что вот эта площадочка открывает? Почему она на площадочке стоит? А вот я не помню такой финт. Я могу эту штуку забрать, когда оно так стоит? Честно говоря, не помню. Могу ее же забрать? Бур нельзя провести через ее же червоточину. Ясно, понятно, все понятно, все ясно. Слушай, ворона, ты мне на нервы действуешь, уйди. Я уже который час тут записываю видео вместо того, чтобы сидеть и... попивать чаек спокойно. Так, ладно, хорош. Трындеть. Мне, значит, что нужно? Мне нужно сюда синий. Где вообще источники тут у нас? Есть источники где-то? Короче, Бур, иди сюда. Так, источники. Хрен бы там. Ладно, подожди.
Дело в том, что мне там внутри нужен и бур, и вот эта вот хрень. Но эта хрень, она внутрь... Видали, как они? Они хитрые. Она никак не встанет. Единственное, что я могу сделать, это поставить ее... Ой. Кстати, и так тоже. Поставить так. Да. Вот, а сейчас взять бур. Здесь пробурить. Вот, у нас все открылось. И открылся вот этот. Зараза такая. Скотобаза. Ладно. Мне от тебя-то надо что? От тебя мне надо завести... Выбрать вот эту синюю и привести сюда в красную. Чё вот просто не поставить сюда коннектор и провести красный луч сюда? Чё пристали? Сейчас, очевидно, мне придется что-то с этим буром думать. Тут не зря эта штука придумана, да? Да-да. А! Все, ясно. Секундочку. Нате вам дырку, откройте мне там эту штуку. Правда, не знаю, как я оттуда выйду, но как-нибудь выйду, наверное. А как я... Окей. Предположим. Что нам это... Блин, господи, это что-то. Что нам это дает? Возможность подключить... Какой? Синий. Преобразовать его в красный. Я пока так далеко я пока не соображаю. А, подожди, ну все... Нет, я не могу. Да, я не могу. Вообще, какого черта было его сюда тащить? Потому что вот это вот, да. И все-таки непонятно, что с этим делать. То есть, в принципе, да, отсюда можно добыть красный луч. Так, теоретически. Да?
И что? Этот красный луч преобразованный в синий. Потому что у нас только преобразователи. А там мы берем синий луч и переводим его в красный. Так? Ну, давай попробуем. Это было так. Забирай. Мне надо так, чтобы и того зацепить, и этого. Попробуем. Хрен ли там называется? Ты зацепишь этот красный луч. Надо его хоть как-то зацепить, чтобы видеть, где он. Вот теперь все. Давай-ка посмотрим на карту. Да, теперь все. Ну что, пойдем строить мост? Вопросиков больше не осталось на карте. Из артефактов слона мы нашли. Может, есть еще? Наверняка есть еще. А что-то как-то, друзья мои, я подустала. Я подустала от того, что здесь действительно огромные возможности. Все это очень интересно. Но хочется, во-первых, знать уже дальше историю. Что там случилось-то? Что это? Куда это? И при этом... как-то очень долго бегать по всем этим руинам пока не хочется. Но, по крайней мере, не на запись так точно. Я более чем уверена, что к этому моменту у меня смотрящих, наверное, там пару человек осталось. Вот. Так что все хотят знать историю, все хотят знать, что было дальше. И никому не интересно, а будет ли что-нибудь под кустом. А, тут у нас прям, смотри, какие дороги. Ага. Как ты А, ну я ж вроде все правильно сделала. Вот. Классная музыка такая. Thank you.
Ух-ух, перед нами лифт, друзья мои. Но на лифт мы с вами пойдем. Следующая серия, как вы хотели. Должна же остаться интрига, да? Вот, так что увидимся с вами в следующей серии. Посмотрим, кто там наверху. И если нас встречал Сфинкс и Пандора, то по всему видимому там должен быть Прометей, и мы должны получить скоростный луч. Но так ли все оно будет, мы с вами узнаем в следующей серии. Ну а всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока.